В очень многих странах мусульманского мира есть великое и очень уважительное понятие пехлеван. На русском языке это богатырь, это человек, который вне зависимости от Богом данных способностей развил в себе эту огромную силу. В Азербайджане, к примеру, пехлеваны – это целые родословные понятия. Это род, где дед, отец, прадед передавали по наследству систему тренировок тела, превращая маленького человечка в силача настоящего. И с детства эти люди играли не просто в кубики, или в шарики, или в мячики. Они с детства поднимали тяжести. И в результате через много лет, 15, 16, 17 годам они превращались в то, что уважительно, с поклоном люди называли пехлеван. Два брата, я младший брат. Я старший брат. У нас прадедушка, дедушка и отец был силачем. Наш отец воспитывал нас так, чтобы мы могли защитить свою семью всю жизнь. Все детство мы занимались спортом. Даже первые игрушки у нас были гири. Мы не можем жить без адреналина, потому что у нас сила, отвага в крови. Мы гордимся с моим братом, что мы настоящий мужчина. Мы пришли на проект показать, что настоящий мужчина ничего не боится. Братья Абдул-Гусейновы, Гусейн и Лачин, в студию! Здравствуйте. Как вас зовут? Я. Давайте начнем с показательных номеров. Окей, спасибо. Вперед, очень. Прошу. Что будет происходить? С головой будет бить гвозди, эту палку. Я не говорю на азербайджанском, значит... Да. Да, да, правильно. Что еще? Да, с ногой, алло. Так, скажите, что будет здесь происходить, чтобы наш главный редактор кивнул головой, подтверждая, что все это действительно будет рассматриваться как рекорд, и он будет занесен в книгу рекордов. Что они будут делать? Вот Лачин ляжет на этот станок, на шее будет топор. Да. Можно показать его позу потом? Покажите. Да, не делал занзав гёста. Просто гёста. Чхарма. Он будет держать так. Он будет держать свой вес, Потом мы еще кладем вот эти две плиты на него. А. Он так будет стоять 5 секунд. Потом... А, он будет так лежать 5, да, секунд. 5 секунд. И потом еще будем это бить. Ударом топора вы разобьете эту штуку. Да. Плит. Бахта.
Скажите, это может быть занесено в книгу рекордов? Это сверхопасный рекорд. И все, что связано с горлом с этой стороны, я отказываюсь фиксировать. Так, я не понимаю формулировки. Как можно рассуждать о рекорде в зависимости от степени риска? Так они все рисковые. Ну, на мой взгляд, это сверх какой-то такой безумный рекорд. Так мы же фиксируем сверхспособности, Стас. Понятное дело. Но я вот не готов такое фиксировать сейчас. Все, что упирается в горло спереди, что-то заточенное, кто-то, не дай бог, начнет повторять, я говорю нет. Хорошо, давайте у зала спросим, это фиксировать или нет? Да? Так, мы фиксируем что? Давайте взвесим плиты и человека, участника. Только его весь, да? Подожди. И нужно проверить, насколько заточено или не заточено. Я просто не вижу отсюда. Это доллара. 33,3. Что получилось? 116,5. Теперь покажите, пожалуйста, насколько острый топор. Доллара, говорю. 100. Он когда-нибудь это уже делал? Да. Это у нас второй раз. Доктор. Я уже приготовился. То есть я не разрешаю это делать. Хотите, делайте. На всякий случай. Стас сказал да. Хочу. Ну хорошо, с содроганием сердца. То есть, если хотите, пожалуйста, делайте, если хотите. Ну, давайте. Да. Сам, дитин тоже, ты мишь? Газ, да. Итак, рекорд, установленный нашими участниками, официально зафиксирован. Великий ученый Ли, великий актер Ли, великий певец Ли, великий художник Ли. Каждый из этих людей так или иначе прославляет свою страну. Отныне и навеки уверен я, что когда теперь кто-нибудь произнесет название страны Азербайджан, они вспомнят двух этих братьев. И наоборот, когда они увидят двух этих братьев, они скажут: «Во, из Азербайджана». Пусть каждый из вас, те, кто смотрит нас сегодня, сделает что-нибудь,
чтобы, когда видят вас, вспоминали Россию или родину, где вы родились. И я могу.